В рамках тематической площадки «Социальная справедливость» Народный фронт обсудил проблемы инвалидов. В числе выступающих представители общественных организаций, исполнительной власти и родители детей с ограниченными возможностями здоровья. О том, что современная среда не приспособлена для инвалидов, ни для кого не секрет. Многоквартирные дома, больницы, школы, аптеки, парикмахерские. Попасть туда для человека на инвалидной коляске или, скажем, слабовидящего – настоящая проблема. Муниципалитеты решают вопрос разово, системных мероприятий нет. А ведь чтобы жилось комфортно всем, менять нужно практически все. Единственный объект, который полностью отвечает требованиям доступной среды в нашем городе сегодня – это аэропорт. К этому постепенно идет новый автовокзал. Обещают качественный ремонт ЖД вокзала. Начиная от входов, собственно, вокзал, передвижения внутри вокзала, выходов на перрон, переходов с перрона на перрон и захода в, собственно, в вагоны поездные. По итогам мероприятия было принято решение усилить общественный контроль за реализацией всех программ, которые выполняют муниципалитеты для создания доступной среды.